Нам дають спеціальний вагон, під'їжджаємо на 10-20 кілометрів до фронту, грузимо воєнних і увозимо на Дніпро. Олександру Бочарову 23 роки. Хлопець працює провідником у спецвагонах, якими транспортують поранених українських військових. У тебе по всьому полу лужа крові. Буває таке, що навіть заносять бійця і слідом за ним заносять ногу. Руку, ногу, все, що можна оторвати. Важкі поранення бійців – не єдине, що бачив хлопець за 2 роки війни. На момент вторгнення він опинився у Маріуполі, де став свідком пекла на землі. Просто все осяяне трупами. Старики, діти, інваліди, пробита голова, оторвані руки, оторвані ноги. Моторошні подробиці про трагедію Маріуполя дивіться далі у програмі «Сила молитви. Війна». 23 февраля 22-го року у нас був рейс з Києва на Маріуполь. І нас відпустили на 3 дні домой віддохнути, тому що ми були 8 днів в рейсі. Нам сказали, що 3 дні приготуйтесь, покупайте, постирайтесь і знову в рейс. В течение 2 днів прямое попадание с самолета, обрывается мост, ломает железнодорожную ветку, и мы не можем уже попасть на Украину. Обрывается связь, у нас обрывается свет, вода, то есть у нас уже ничего нету. Связь с родителями я уже потерял полную. То есть, чтобы позвонить, сказать, что со мной все хорошо, уже все. Я уже понимал, что я уже не позвоню. Первые прилеты уже были спустя 7 дней. То есть с того момента, как я приехал домой, и сама вот эта вот вся началась вся катастрофа. И первые жертвы, очень сильные жертвы. То есть люди стояли возле банкомата для того, чтобы снять деньги. Было их там, ну, человек 50, и был прямой прилет туда. 2 человека из них только выжило. И то с сильными переломами, все остальные погибли. Разбиты были магазины и куча тел, которые лежали, и никто не мог помочь им вообще в этот момент, потому что так как мы уже были в окружении, в полном, скорая помощь пыталась эвакуировать лишь и военных, и мирных, но на тот момент, что скорых машин у нас не хватало. В некоторых районах люди уже сами вывозили мертвых людей, то есть в прицепе, которым было просто накидано людей, для того, чтобы их хорошо похоронить. Просто когда идешь вот так вот по улице, после ночного бомбежки, можно найти тела людей спокойно. Просто вот ты идешь там, может, рука лежит. А вот прилет, рука лежит, только вот у человека все же осталось. И ты вот просто идешь, и ты понимаешь, что это уже война, все. То есть это не спецоперация, о которой говорила Российская Федерация, а это война. Это же сильный геноцид. Но на тот момент я еще не представлял, что будет дальше. Мариуполь был весь в огне. Что днем, что ночью. Авиация не умолкала вообще. То есть они были заходами раз в 15 минут. То есть один отстрелялся, развернулся, второй прилетел. Авиация, корабли. С кораблей перерыва практически не было вообще. И все это летело на Азовсталь. То есть наши пацаны украинские пока держали, по ним летело все, что можно было. Минометы, грады, авиация, корабли. То есть ни днем, ни ночью успокойствия не было вообще. Ты утром просыпаешься, благодаришь Бога, выходишь на улицу, оно все темно. То есть из-за того, что это все с города, оно все горит полностью. То есть слышно были даже те, которые дома горели, и они уже потихоньку обрушались. То есть когда рушатся дом, оно слышно. Обидно было это за стариков, которые не могли ходить. Их там... Они умирали как могли. Ну, они просто говорили, что многих людей, которые нам просто просили, говорить, ребят, придите, снимите с 9-го этажа, потому что бабушка не ходит. Лифт не работает, нам надо только ее снимать. И мы приходим в ее дом, мы понимаем, что как бы обстрелы, все равно, то есть как бы
Мы давайте мы вас снимем, то есть, ну, хотя бы на первый этаж, но не так без... Я здесь помогал. Ну, мне уже здесь суждено. Ее пытается, ну, как бы насильно, все равно, ну... Нет, она говорит, я не пойду. Мне все равно, она цепляется за все, она держится, говорит, я здесь помру. Ну, вот так вот старики помирали там. И многие, многих, даже можно не говорить, что я там знаю что-то. Я знаю, что многие старики просто сказали, что мы будем умирать в своих домах. Ну, мы даже в подвал спускаться не будем. И она, они умирали там. Они либо заживо сгорали при попаданні, либо обрушалось на них все. Від нескінченних бомбардувань Олександр рятувався в підвалі свого будинку. Разом із хлопцем там переховувалося ще 250 маріупольців, які стали свідками надприродного Божого захисту. В підвалі, в якому ми знаходилися, я познайомився з ще одною віруючою сім'єю. Ми хорошо, дуже сильно подружилися. И мы как-то так вместе были. И когда со временем мы начали читать Библию, молиться, то есть люди слушали, пока мы читали Библию. Мы молились, люди даже, которые были неверующие, и они молились. Они просили, оно слышно было даже в соседней комнате. Они кричали к Богу, помоги, спаси. И Господь помогал, Он отвечал. 250 человек в нашем доме, ни один снаряд не попал, ни один. Были прилеты по двору, были прилеты рядом двору, разбиты вот эти все дома, и в них прямые попадания с авиации, с танков. В нашем дому даже трещины не было. Умови выживания в блокадном Мариуполе ставали нестерпными. На тот момент у нас была очень сильная проблема с питьем, с едой, потому что это уже все, это просто уже завозок нам не было, магазины все были разбиты. И в один момент просто была тишина. Вот мы проснулись, и тишина вообще, ни одного выстрела нету. Мы уже думали, все, закончилось. И мы все-таки попытались, у нас было три человека, такие как бы, ну, чуть-чуть сильные духом. Мы собрались, побежали в один магазин, который был близко возле нас. Думаем, ну, может, что-то найдем. То есть, ну, как бы хоть прокормить детей, потому что, ну, ладно, мы уже, ну, хотя бы дети. И тут же тоже чудо Господне, мы прибегаем туда, а там еды много, много еды. Стоят коробки, все это лежит, оно никому не надо. И мы набираем эту еду, мы приносим людям, и мы понимаем, что у нас нет все равно воды для того, чтобы это приготовить. Просто нету воды. И остается у нас только один вариант, и мы ломаем трубу, которая была замерзшая. Она лопнула, и видно, что вода замерзла. Мы ее ломаем и набираем по ведрам. То есть на тот момент мы собрали 15 или 20 ведер. Она была ржавая вода, но на тот момент было уже все равно. Просто все равно, какую можно было пить, которую готовить. И один человек там нашел выход, он ее кипятил. Сажа, которую она осаживалась, фильтровали и еще раз ее кипятили для того, чтобы ее приготовить. Люди ее неохотно пили. Понятное дело, что как бы пить ржавчину, ну, как бы, которая даже хрустит на зубах, но как бы ее неохотно, но все равно пили. Когда она уже начала заканчиваться, люди начали уже в панику выходить. То есть они понимали, что мы уже ее нигде не возьмем. То есть бежать куда-то для того, чтобы где-то поискать воды, это, как мы называли раньше, билет в одну сторону. То есть ты можешь пойти за ней, вопросов нет, но ты можешь и не вернуться. Люди пытались бежать за водой, чтобы ее где-то взять, то есть, но люди уже не возвращались. Некоторые люди не возвращались. По какой причине, мы не знаем. То есть просто пропадали, и все. Та посеред жахливої реальності часом відбувалися справжні дива. Когда украинские военные узнали о том, что сколько у нас сидят людей, детей, вообще как бы, ну, в общем, людей, они сначала упали в ступор. Вообще, как вы тут все вмещаетесь, то есть как бы. Но и женщина-медик, она спросила, ребят, что вам вообще надо? Может, какие-то лекарства, может, какие-то, ну, то есть продукты. На тот момент, как бы, из того магазина, который мы вытянули, еды нам хватило очень надолго. Все ответили, что нам надо вода.
Они поехали, спустя, может, 2-3 часа они вернулись, они привезли достаточно много воды. То есть они привезли Урал, ну, так как бы он называется, и он полностью был забитым паками воды. Проте одного дня танк окупантів «Притул» підійшов до будинку Олександра і взяв його на приціл. Самый страшный момент на тот момент мне казался, что когда подъехал танк, танк, он стоял где-то в метрах 10 от дома, но его дуло было развернуто к нашему дому, то есть по сути. Мы просто выяснили, что за танк, потому что, как нам сказали, что у российской власти есть как бы маркировка на танке, у наших нету, если что. То есть не переживайте, если вы видите без маркировки, это наши. То есть если маркировка, то ну, ребят. И мы выглянули, и мы поняли, что это не наш танк. Там прям стоит буква это Z. Мы поняли, что это символика российской власти. Говорят, сколько у вас здесь людей? И женщина сзади меня крикнула, говорит, что вы от нас вообще хотите, ребят? Чего вы вообще сюда пришли? То есть, и он танкисту показывает, говорит, типа, выноси. Был перепух очень сильный. Просто, ну, как бы даже слова не лезли. Мы поняли, что дали он, ну, что танкист, он дал знак, что, типа, стреляй в дом для того, чтобы люди не умничали. У бабушки даже схватило сердце. То есть, ну, что значит, как бы, дать танку сигнал? То есть, стреляй. По мирному населению, то есть, люди, которые, по сути, тебе ничего не сделали плохого. Бабушка, которая тебе просто спросила, что вы от нас хотите, стрелять. И, то есть, как бы, мы извинились, мы сказали, давайте, ну, что вы хотите? И он говорит, типа, спускайтесь, мы сейчас будем вас проверять. Когда нас начали проверять, у меня же нашли документы о кризализнице. Я в мыслях начал молиться. То есть я понимал, что сейчас меня могут вывести, расстрелять, и все, я забылся. Один из них начал мне угрожать, говорит, ты кто такой, почему у тебя вот эти документы? И он говорит, типа, либо ты сейчас говоришь, кто ты такой, говорит, либо я тебя сейчас вывожу и расстреливаю. И один из них подходит, он с Донецкой области, и он увидел вот это удостоверение, говорит, успокойся, это нормальный пацан, говорит, он работает на сфере Укрзалезницы. Он говорит, ты мне можешь нормально объяснить, что это такое Укрзалезница? Потому что... Но я понял, что это не наш вообще, это русский. Он говорит, Укрзалезница — это для вас РЖД. То есть, ну, железная дорога. Они проверили документы всех, говорит, никто не покидает этот дом. То есть, пока не приедет там кто-то главный. Змучені люди не стали чекати ще однієї перевірки росіян та вирішили тікати з підвалу. В пам'яті Олександра назавжди залишилися жахливі картини міста, в якому панувала смерть. Ми коли йшли, прильоти були 20-30 метрів від нас. І ми вголос просто йдемо і кричимо «Отче наш». Ми йдемо, молимося, ми своїми словами просто говоримо «Боже, помоги». Я хоч і йду і молюсь, але я дивлюся на землю, просто все усіяно трупами. Все усіяно трупами. Діти. Просто дітей. Діти в якому плані? Люди, які пытались евакуюватися, які виходили своїм ходом, були прильоти, їх вбивало. І видно, що воронки і тіла просто розорвані. Є діти, які просто лежали, тобто возраст 11-12 лет, пробита голова, оторвані руки, оторвані ноги. Просто у них, вони просто лежать з кровоточені, ну, глаза у всіх відкриті. Навіть були діти, які грудного возрасту. Лежала мать, ну, у неї голови не було взагалі повністю. І, ну, виходить, що руки так, і лежав ребенок. Теж умерший. Просто на тот момент это была очень жуткая картина. Старики, дети, инвалиды, даже человек сидел на инвалидной коляске с пробитой головой. Тоже хотел эвакуироваться, но не получилось. И
Слышно, мы когда шли, слышно были снайперские пули. Когда пролетает снайперская пуля, оно такое ощущение, как будто проходит сквозь твое тело полностью. Звук такой просто противный. Мы шли, молились, и мы кричали. И когда мы увидели российских военных, они говорят, а чего вы сюда пришли? Ну, все, мы уже дошли до ихнего пункта, то есть там, где уже более как бы спокойнее. И они спросили, а чего вы сюда пришли? Ваша сторона там, говорит, типа, ну, ваши военные, говорит, а чего вы сюда пришли? Мира просите или помощи? И они стоят, они смеются над нами. То есть они же принесли сюда эту войну, они еще над нами смеются. Російські військові показали єдиний шлях з окупованого Маріуполя до так само окупованого Донецька. Олександр відмовився, але згодом потрапив туди як полонений. Нам сказали, що є автобуси, які їдуть, тобто, далі на Донецьк, там на фільтрацію, а там вже, тобто, ви вже їжджаєте куди хочете, тобто, або в Україну, або в Польщу, ну, це як вони там говорили. Семья верующая, ну, то есть та семья, с которыми мы познакомились, они сказали, что давай ты у нас поживешь, не пойдешь на тот автобус, то есть на который тебе вот этот вот надо, а поживи у нас пока, а там мы тебе поможем. Мы пришли к ним домой, мы зарядили телефон, и тут прибегают соседи, говорят, ребят, залазьте на крышу, говорит, есть Киевстар, он еще работает. И для нас это было просто чудо. Ну, что значит еще есть Киевстар, которому можно позвонить? Первый звонок родителям это было просто... Я им начинаю звонить, они в этот момент на служении молились за то, чтобы ну, все было хорошо. И я звоню, я хочу сказать слово, а я не могу. У меня просто слезы. И мы друг другу просто плачемся, мы пытаемся что-то друг другу сказать, но мы не можем. Мы просто не можем. И уже потом, спустя там минуту-две, мы уже начинаем разговор. Папа говорит, честно, я уже думал, тебя уже нет. И я говорю, ну, молитва ж ваша всегда помогает. И я говорю, я молился, все нормально. Я говорю, не переживайте, с нами все хорошо. И я стою, и я улыбаюсь, я ну, понимаю, что я, может, их не увижу уже. Ну, как бы не в том плане, что я умру. Я понимаю, что я уже в безопасности. Хоть в какой-то, но безопасности. Но я понимаю, что с Мариуполя как бы выхода еще ж нету. Еще проходит, может, месяц. Ну, все нормально. То есть мы как бы в этой семье. И начинается перепись населения. Ходит специальный комендант и смотрит, в каких домах люди живут, в каких нет. И когда уже очередь доходит до нас, приходит комендант, он проверяет документы и тоже говорит, типа, да что ты тут делаешь? И два военных, они, ну, которые сзади стоят, они уже видно, что напоготове, они снимают предохранитель, снимают автомат. То есть я понимаю, что сейчас может быть самое страшное. Говорит, у тебя две минуты собрать вещи. Я говорю, куда? Говорит, не твое дело. Ну, матом еще не называли. Говорит, это не твое дело. Я тебе сказал, у тебя две минуты собрать вещи. Я начал собирать вещи, и вот эти ж люди, они говорят, мы будем молиться, говорят, не переживай. Говорю, Господь своих людей не бросает. Я сажусь к ним в машину, я говорю, и что со мной дальше будет? Оно, ну, типа, они же там все смеются, говорят, ну, сейчас ты увидишь, что с тобой будет. И меня привезли в Донецк. Посадили меня в подвал, а в подвале было три военных, то есть наших украинских военных. У одного рука была перебинтована, не было вообще руки, то есть как бы по локоть. А второй, то есть у него с головой проблемы были, ну, тут тоже. И никто не надавал им вообще медицинскую помощь. Проходят сутки, не кормили, не поили, вообще все равно. Они, один из них пришел, посмеялся, говорит, ну что, как вам тут? Приятно? Говорит, сидите, сидите. Ну, закрывают, и они уходят. Слышно было, как в другой, можно сказать, так, камере избивали, жестко избивали просто. Ну, слышно были крики, маты, и человек просто орал. Просто от боли орал. И когда они выходили, слышно было, что ничего, сдохнет скоро. Говорит, через час, через два он сдохнет.
Ну, я вже розумів, що как бы, это к нашим воєнних таке отношение було. Слышно були розстріли. Було розстріли, слышно було, що люди кричали, може, не надо, давайте, може, ми как-то з вами договоримося, пожалуйста, ну, може, не надо. Були вистріли. І за ці сутки пройшло дуже багато. І коли мене позвали, кажуть, виходи. Я уже, ну, то есть у меня было два мысли. Сейчас меня либо стреляют, либо где-то забьют точно так же, что я буду умирать. Того дня Олександр побачив, як надзвичайно може діяти Бог заради порятунку своїх дітей. І я піднімаюсь, стоїть пацан, ну, как мужик, молодой, йому, ну, може, лет 30-35, ну, при звездах, там, хорош. Но мне дает документы. И он поворачивается к этим и говорит, вы, типа, ну, матом на них. Говорит, людей гражданских не трожьте. А пацан ни в чем не виноват, что он просидел сутки, говорит. Почему, говорит, он просидел сутки? Он мне дает документы, мы выходим с ним на улицу, говорю, что со мной дальше будет? Говорит, а что с тобой дальше? Говорит, тебя вообще не имели права трогать. И мы так стояли, разговаривали, говорит, и куда ты дальше планируешь? Я говорю, если честно, говорю, мне вообще надо в Мелитополь. Я говорю, ну, с Донецка, Мелитополь же, говорю, ничего не ходит. И он говорит, так давай я тебя подвезу. То есть человек, которого я не знаю, находится в Донецке, и он мне говорит, давай я тебя подвезу к Володарску, говорит, а там, ну, автобусы ходят. То есть он меня привез в Володарск, мы вот попрощались, и вот тут уже начинается проблема в том, что мне надо с Володарска доехать хотя бы до Бердянска. От Володарска до Бердянска 230 километров. Я понимаю, что идти пешком это очень долго. И тут же Господь обратно же посылает человека. Получается, я пришел на рынок, у меня с собой было 200 гривен. Думаю, может, ну, как-то хоть что-то я возьму, потому что есть хотелось очень сильно. Я подхожу к рынку. Говорю, можно хотя бы хлеба? Я ему даю вот эти 200 гривен, то есть они смотрят на нас, говорят, типа, бери вот эти фантики. Мы их уже не принимаем. И один человек проходит, меня берет за руку, отводит, говорит, ты хочешь есть? Я говорю, ну да. И он говорит, пошли со мной. И мы приходим в здание, ну, то есть, получается, как бы чуть-чуть мы не спускаемся, ну, как бы подвал. И это, оказывается, церковь. Я просто понимаю, что это церковь, то есть как бы я говорю, слава Иисусу Христу, и люди просто стоят, а говорит, а ты откуда? Я говорю, с Мариуполя. И тот человек, который потянул, это пастор церкви. И как бы, ну, мы сидим, мы едим, все нормально. И он говорит, а куда тебе? Я говорю, дальше. Я говорю, вообще на Мелитополь. И говорит, я сейчас буду ехать на Бердянск, говорит, я тебя завезу. И как оказывается, что в Бердянске еще наша связь была полным ходом. Просто и интернет был, и связь, все было хорошо. Я приехал в Бердянск, я позвонил родителям. Родители приехали с Приазовского района, получается, село Дунаевка. Когда родители увидели, это просто была перемешка всего. То есть и хотелось и плакать, и хотелось смеяться. И, ну, такое чувство просто вообще непонятное какое-то. Спустя, может, месяц родители узнали о том, что с Мелитополя выезжают люди на Украину. Ну, было два варианта. Либо я поеду на Европу, то есть на Польшу, там дальше, либо я поеду в Украину. То есть, как бы, я выбрал Украину, потому что я понимал, что я могу приехать в Украину, спокойно устроиться, да, и работать дальше. Мы, когда выезжали колонной со стороны Васильевки, российская власть, точнее, ихние военные, начали бить по колонне мирных людей, которая выезжала на территорию Украины. То есть мы находились уже в серой зоне, в которой и не украинским военным принадлежит, и не российская власть. Слава Богу, никто не пострадал. Вообще никто не пострадал, ни одна машина. Мы когда уже подъехали к нашему украинскому блокпосту, столько радости у людей я не видел вообще. То есть люди бежали, обнимали украинских военных. Некоторых я людей видел, которые даже целовали асфальт. Говорит, это наш украинский асфальт. Говорит. И мы знаем, что будет здесь хорошо и мирно. И мы стоим, разговариваем с людьми. На него говорят, что честно, говорит, в 14-м, когда это все началось, мне было так все равно, говорит, на это. Говорит, так это в Донецке, говорит, ну какая разница.
А когда уже, говорит, коснулась меня, и я увидел вот этот вот весь геноцид, вот это вот все смерти, и он говорит, я понял, что такое Россия.